перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Нет. Стрелки часов словно нож, сыпется голову с плеч, времени нет. Привет, привет, всем привет. Ха-ха-ха-ха, наполовину экрана стена. И чё? Когда в Астрахань приеду, я надеюсь, в августе. Половлю судочка. Александр Андреев, спасибо тебе. Удивлен, ну и что? Но я же там не справлял малую нужду при всех. Не был пьян. Но был на батле. Ну был и был. Забыли. Моргнули. Бррр, так вот сделали и забыли. Читал Тупака, да, старое видео есть такое. Конечно. I was raised a little young nigga doing bad shit. Took much shit cause I never heard shit. I could remember being whipped in class. And if I would pass, mama whooped my ass. Was it my fault, papa did it, played it out. Broke out, left me to be the man of the house. I couldn't take it, got to make a profit. Down the block, got the clock and now clock grip. Making G's was my mission. Move for nothing the shit to get my mama out of kitchen. Why must a sucker pill just to live large like Rockefeller? And so on, motherfucker. And so on. Westside! Такое грустное настроение сегодня у нас. Не все же коту масленица, да? О, Виктор из Новороса, поздравляю тебя с рождением дочери. Это прекрасно. Я помню, как был счастлив, когда Алиска родилась. Это совершенно новое ощущение. Чё грустим? Вот захотелось. Фитануть на стойку. Конечно, братан, халяву любишь. Я фитую... Только нет, с Диной не пишу пока. Временно. Фитую, когда мне кто-то понравился, и я предлагаю фит. Поэтому, если ты будешь круто делать, блин. Правда, если ты будешь круто делать и будешь всем известен, и мне прожужжат все уши про то, как круто делаешь. Не факт, что такой old fuck, как я, буду тебе нужен, и фит со мной тебе будет нужен. Звали, да, Серж, звали в кино. Ты не поверишь. Ты не поверишь. Невесомость, друг. Железяка новая. Да нет, это старая железяка. Стаха вышел бы на ринг. Зачем вообще? Видар, тебе подраться не с кем. Сейчас ряда уже нет, не скажу вам ничего. Привет, кот. Привет, кот. А что про типси? Повторяйте про типси. Я же тут много вопросов какие-то просто не вижу. Дела норм. Краснодар замело. В какое кино звали? В художественное кино звали. Ты поэт. Я поэт, зовут Незнайка. От меня вам балалайка. Пам. Всем хочется послушать. Да. Приходите на концерты, слушайте. Лучший рэпер всея Руси, да я не знаю. Какие-то очень странные вопросы. Самый популярный, ну, наверное, Вася. Но кто он и что он делает, что больше, чего больше в его творчестве рэпа или шансона, вот это вопрос. А так откройте статистику сборов. Там. Оксимирон много собирает. Лучше по какому критерию? Количество сборов людей... Прекрасно продается, например, Лада Гранта. Это лучший автомобиль, на ваш взгляд? Или Киа Рио лучший автомобиль?
критерий какой. Я собираюсь во Владивосток. Не то, чтобы прям вот вещи пакую, но мне безумно нравится этот город. Как только пригласят меня, я приеду. Что с псевдонимом Галактик? Да он для батлов был. Батлов нет. Не было, да, невесомости. В Краснодаре. В Краснодар приеду с концертом, наверное, осенью. Когда в Штаты? Да вот хочется туда, но не зовут. Не патриот. А Kia Rio, я не кореец, чувак. Я же специально два автомобиля взял. Чтобы по этому основанию. Меня не упрекнули. Не кури. Хорошо, брат. Автограф на концерте в Москве, я думаю, можно будет получить. Почему нет? А Хабаровск вообще никак. Как только позовут, ребят. Как только вы напишете, когда будет концерт в таком-то городе, вы тут же не получите, начиная с этого момента, ответ. Все анонсы здесь, в ВК. Если нет здесь и в ВК, в Фейсбуке, все дублируется всегда. Замерз южанин. Стингер, отличный автомобиль. Да, я жду, вот, завтра будет. Завтра выйдет Стингер, посмотрим. Ну, я бы, наверное, все-таки сходил на тест-драйв, потому что... Ну, и что-то нужно мутить. Где-то заработать бабла, наверное. Да и вообще, нужен ли Стингер? Мне, у меня Toyota Auris, мне хватает. Маленький, скромный. Ребята, Алмата, Гомель, Владик, любой другой город, это будет тогда, когда будет там концерт и будет анонс и висеть везде просто. Украина ждет вас. В Москве личный автограф, это что означает? Конечно, он будет личный. Вы же не думаете, что мы будем сообща с арт-директором клуба, с музыкантами писать что-нибудь? Знала бы только, как без тебя одиноко, раскачана лодка, сердце танцует чечетку, выпытывать поздно, в ночь у зеркал со свечами, где тебя носит, я без тебя будто камень. Хватит. Не люблю я. Петь вообще не люблю. Дома я сегодня занимался вокалом, я напелся, ребят. Вот так вот. Я не могу петь. Не получается. Настроение не то. Где найти продюсера? Пашковке привет. Кубан Фишерман Клаб. Последний раз на рыбалке был 14 февраля. Поймал судачка. Пиво пьешь? Нет, не пью пиво. Единственное пиво, которое мне нравится, это бельгийский крик. Бельгийский крик. Тан-тан-тан-дар-дар-дан. Смени прическу. Вот, мнения разделились. Кто-то говорит, классная прическа. Кто-то говорит, смени прическу. Да, работает кофемашина. Люди знают, люди палят. А мне нравится вино сухое, ребят. Я, правда, не могу сказать, что я прямо вот сомелье, что я разбираюсь во всех сортах, нюансах и оттенках. То есть я разбираюсь, но не разбираюсь совершенно в терминах, не разбираюсь там, где какой урожай, какого года, с какого склона. Что пьешь из алкоголя, спрашивает Ильдар. Доброе утро, Ильдар. Пью крик бельгийский, говорю, и вино сухое пью, Ильдар. Ау. Гол в Торонто, то хоть вчера. Спасибо вам за концерт. Просто... Проект Борода. Это да. Никак не лечу горло, чтобы петь.
стараюсь не болеть на концертах, либо гомеовокс, там просто травки. За концерт в Краснодаре вам спасибо. Да, вход был организован в Краснодаре отвратительно, к сожалению. Сухое на мой вкус. Красное или белое? Давайте так. Как там? Как там, Дино, без тебя? Виски? Виски? Нет, Макалан 12 иногда. Это прям надо, чтобы все осточертело, блин. И без всякого вот этого вот говна. Без колы, без сока. Просто Макалан, лед. Прям перезагрузку мозга. Белое, прекрасно. Мне нравится Шабли и нравится Гави. Гави это у нас Италия, да, как мы помним. А Шабли это Франция. Какие отношения с кастой? Слушай, сложные, сложные. Расстались вот недавно. Я не знаю, нормальные отношения приятельские. Я же ни с кем вообще не этот. Привет. Гави топ. Че, по кофейку, ребят? Завтра в 19 ждем. Та-та-та-та-та-та-та-та. Спасибо, Алина. Безенчику привет. Нужен beef. What's beef? Красное вино. Окей, красное вино. Мне нравится Италия. Мне нравится Вилполичелло, мне нравится Брунелло, мне нравится Гави хороший, который, к сожалению, стоит от 1000. Глеб, у тебя очень много вопросов у тебя. Ты можешь реально написать в директ, а, брат? Такие вопросы какие-то. Сколько тебе лет? Лет 17, дай угадаю. Это прекрасный возраст. Ты юн и болтлив, так же, как и я. Два болтуна в одном прямом эфире – это перебор. Батл Гуфа и Птахи мне не понравился. Оренбургу большой привет. О, ничего себе, Толян, поздравляю. 35, вообще кайф. Здоровья тебе, счастья и мира в душе и вокруг тебя. Уважаешь творчество Грот? Уважаю творчество Грот. Кофе черный. Кофе черное, кофе страстное. 100 лет ничего не слышал про Эйсика. Взял билет сегодня на твой концерт, сделай круто. Ну, если ты взял, Вадим, конечно, сделаю. Здравствуйте, здравствуйте. Конечно, я постарел, чуваки, Постарел, Русяна, да, Русяна. Любишь, люблю ли я Украину, что? Спровоцировать на агрессию, написать дисс? Ничего, надеюсь. Кизару и Фейс, это, мне кажется, есть целый ряд недоразумений в российской поп-эстраде. Например, Кизару, Фейс, Лизер, да, там есть еще. Есть талантливые чуваки. Баста легенда. Что такое легенда? Давайте разберемся. В Ставрополе, да, все плохо с концертами, увы. Спасибо и вам. Егор, хай. Фильм с твоим участием. Да, ну, сериальчик вот уже в марте, по идее, выйдет, я надеюсь на то. А фильм в сентябре, там сразу 2 полных метра. Да не, это Лунго. Лунго. Кто из молодых талантов? Я не знаю, я тут недавно писал, что мне прикалывает там Фара, Скриптонит, да, там местами, ATL, Bumblebee, и все говорят, это уже не old school, чувак. Ты чё, это, ну, они же молоды для меня, я-то стар. Люди пишут, стареешь, я же старею. Завтра в Питере кто придет на творческую встречу, убедится в том, что я стар. К Бангиде я никак не отношусь. Мне кажется, это крайне переоцененный персонаж. Я не знаю, откуда возник культ личности Бангиды. Он далеко не бездарен.
Пусть он не этот. Дарья шальная, пишите в директ. Если вы достаточно шальны, пишите в директ, я вам скину контакт, организуем концерт. Привет, Данил! Привет, дорогой мой, привет, дружок. В «Реальных пацанах», да, уже снялся. И вот я же говорю, в марте будет. Негатив не стареет, негатив не стареет. Я не знаю, а что я должен думать о ЦАУ рэпер? ЦАУ рекордс, ЦАУ рэперах. То есть рэперах, рэперов. Короче. ИТЛ крайне одаренный молодой человек. Единственное, что мне не нравится, это некая однообразность. Есть одна тема, которую он оседлал и гоняет ее без конца. Но в ней он, безусловно, хорош. Таранова Светлана. Я не расскажу вам про Таранову Светлану. Не при всех же. Как относишься к творчеству группы Триада? Какая тонкая шутка скрывается в этом вопросе, да? Как тебе? Versus Battle между Гуфом и Птахой. Ничего хорошего там не было. А Диме Клименко из Хабаровска привет. И Омску привет передаю. И лично Петрарке. Петрарка, реально? Фамилия Петрарка или вам нравится Петрарка? Первый лирик среди всех. Великий итальянский пит. Иллюмейт слушал, да, слушал, как-то вообще не моя тема. Все нравится, но, ну, типа, все хорошо сделано, не прикопаться на никаких эмоций вообще. Любимое место в СПБ. Петроградочка. Привет, возможен ли совмест? Нет, до свидания. Все сразу общее, вышел, раз, все. Костя, Эли, Лачимовым или Лачимовым, Лачимовым, наверное, привет. В чем секрет успеха? Сам еще уже 20 лет. Кубани, привет. В виде судьи, в роли, наверное, да, судьи? Не знаю. Фильм сырой, но не бездарный. Хороший. Мне очень понравился Серебряков там. Хотя играл он мало. И почему-то очень не понравился главный герой. Хотя все его хвалят, говорят, что он очень талантливый. Но актерская игра, как, да, любое творчество, это вкусовщина. Талантливый, ну так талантливый. Любимая книга, не знаю. Как тебе Л.Джей? С Падди Ганом? Who the fuck is Падди Ган? Сложно играть. Украине привет. Нет, пока не будет концертов в Киеве. Пока все они не этот. Видели эту картинку с собачками, да, там? Две собачки и картонные. Миритесь, вот помирится. Привет. Не знаю, будет ли что-нибудь в стилистике клипов и песни медленно. Вот как вы себе это представляете? Котечка, больнюся, привет. Что за пивас? Кино, да, сложно играть. Мне, по крайней мере. В ближайшее время не планирую концерты в Петербурге, только... О, Илюху, братуху, здорово. Спасибо большое. Спасибо, привет и передам. Кривому Рогу привет. С Окси запишите. Я думаю, я 100 лет не нужен Окси. И о чем будем мы читать с ним сообща? Занимаешься благотворительностью? Благотворительность же это такая тема, да? Занимаешься, молчи. Если ты озвучиваешь тот факт, что ты занимаешься благотворительностью, в этом уже больше тщеславия, чем благотворительности. Файк знает, да, йоу, с СПБ. Липецку привет. Нужен концерт в Кривом Роге. ЕКБ, привет. Потому что в батле не было батла. Потому что люди, бывшие друзья, пусть и бывшие, на публику вынесли все грязное белье и все претензии. Мне кажется, нужно было сесть в Москве, в кафехе, поговорить нормально, по-человечески. Часто. И закрыть эту тему. И не нести всю эту грязь.
каких бы денег это не стоило вам, да, сколько бы вам не платили. Есть понятие чести и достоинства, забытое уже, да, в наши дни очень сильно, к сожалению. Вот отсутствие всего этого мне не понравилось в батле. Нет, я не знаю, Филвана в Питере из Уфы. Да какая разница, ради хайпа, ради денег. Я не вижу оправданий как, ну, всем этим вещам. Здрасте. Новый альбом осени. Первая песня мной записана была. Ой, она как называлась, по-моему, называлась она «Жизнь». И так себе была песня. Что ты не можешь проиграть свою жизнь. Как тебе Крипл? Крипл мне очень нравится раньше. Илюха, обнимаю тебя. Приятного вечера. Но мне кажется, слишком много разгильдяя в Крипле. Слишком мало рэперов. Привет, привет, Олег. Салам Алма-Ате. Томску привет. Спасибо, Эдгар, спасибо. И Тюмени, привет. Да, альбом Смоки слушал, я знаю, что многим нравится. Давай, Люх, пока. Я в Петербурге. К Децлу как отношусь? Никогда ни одного трека Децла не нравилось мне, к сожалению. Также, а сейчас мне жаль его как человека. Просто когда говорят, что там трава не наркотик, посмотрите на Децела. Краснодару привет, Новочеку привет. Сахалину салют. Пра! Мыйте. Да не знаю, какой-то слишком, наверное, я не меланхоличный для мыть и не могу постоянно плакать. Не заспит 17, не будет фита. С Бастой общался на батле и до этого лет 7 назад. Какой трек Смоки в альбоме понравился? Следующий вопрос. Новый альбом Бороды никогда. Кемерово привет. Антоху, привет! Привет, Антон! Привет, Антон! В сентябре приеду в ЕКБ. В сентябре приеду в ЕКБ. Как говорили классики, да? Уральского хип-хапа. В воскресенье не смог присутствовать на концерте в Ростове. Ты не один такой, многие не смогли. Привет, Кингисеппо! Кингисеппо, привет! И рыбалка в Краснодарском крае? Я понятия не имею, ребят, я в Петербурге. КТЛ я уже писал, мне нравится КТЛ, талантливый парень. В Украину не еду, пока все, короче, не наладится там. Есть много вариантов не доехать до Украины. Точнее, развернуться на въезде. Зачем? Расстрою вас, расстроюсь сам. Спортом нет, занимаюсь физкультурой. Вероятность приезда в любой город есть, ребят. Лампулю, привет, Ламп. Скоро увидимся. Концерт в Ростове, спасибо. Кофе нажарю, ай-яй-яй, спасибо. Ты слушал группу «Центр»? Ну, я слышал, что есть. Ну, на репите, конечно, не слышал. А Когалым или Сургут? Продиджи приезжает. Ну, я, конечно, гонял там, слушал какие-то треканы их на пике. Ну, так, ну, в смысле. Я тогда уже слушал рэп. PLC, ну, вот умничка большая, он очень работоспособный.
трудоголик. Усидчивый, усердный. Как тебе чемодан? Ждать вас с Дину? Нет. Красноярска пока нет. Где готовят самый крутой капучино? Дома у меня готовят. Дома у меня готовят. Кропоткину привет. Я тебе без ума. Миша, ты что такое? Ты у нас другой, короче. Ну. Грязный Рамирес очень прикольный, скромный и добрый молодой человек. Я рад, что смог с ним познакомиться. Настроение норм. Грустненько, но норм. Питер прекрасен. Марка кофе, которую предпочитаешь. Это же реклама будет, да, Юр? Есть у меня друг в Новосибирске. У него отличная жаровня кофейная. В следующий раз, когда он пришлет свой кофе невероятный, я прямо сфоткаю и выложу в сторис, и все будут знать, где можно взять крутой кофе. Маэстро, не знаю, мне близка музыка маэстро, я кайфую от того, что делает Леха. Так своеобразно, конечно, но прикольно. Спасибо за Краснодар. Иркутску привет. Лешу маэстро напоминаю сейчас. И Красноярску привет. Армавиру привет. Дальнему Востоку привет. В планах пока нет. Типа трека медленно. Блин, да я не знаю, ну вот как трек типа медленно? Это типа, ну это как? Это типа опять Бухим читать? Но это такой трек, ну как бы случайный. Ну, наверное, и до этого были случайные треки. Там утраченные иллюзии. Как сделать трек типа случайных иллюзий? Ну, либо получился, либо нет. Если бы у нас была кузня, да, короче, ну... по выпуску шаблонных каких-то песен попсовых, можно было сделать такой же трек и еще один похожий. Он как делает этот LJ с Федуком, они шарашат под дешевый хаус. Я не бухой записал, я там читаю как бухой, если мы про один трек медленно. Нига зол сегодня. Негатив, не позитив. Как, собственно, и следует из названия. Да, пишу себе биты сам. Все напряглись, не знаю, я не напрягался. Энди Картрайт, он же добрый чувак очень. Он тут сделал вид, наверное. Ну, я не напрягался. Будет ли еще конкурс на совместку? Посмотрим. Да, наверное, будет в конце года. Здравствуйте, всем здравствуйте. Группа Кровосток никогда мне не нравилась. Хотя это, наверное, тоже и вкусовщина. Но я не понимал никогда вот этого вот обделывания себя, да, там, кипящей мочой, типа Кровосток. Да ради бога, ребят. Крустоверие его творчество. Нормально, спокойно, прохладно, с уважением. Со шнуром есть зарисовочки? Есть. Давай трек запишем. Нет. Читку фьюза, не знаю, мне кажется, ну, в смысле, да, качественно, технично, все зарифмовано, прикольно. Я сейчас не хочу как нарниец говорить, ну, блин, как-то не, мне, я вот так прям рифмовал, когда был альбом «Точка росы», я прям нарифмовал там. Мне кажется, ну, рэп это не только и не столько про это, да. Эксмо сделает книжку в мае. Спасибо. Судейство на батл нет, нельзя, если ты не ресторатор. Я не люблю судить. Саня, знаю давно, мы приятельствуем, поэтому я уступил ему и согласился посудить. Скриптонит, Робосос, не знаю, мне не зашел ни один дракон, к сожалению. С альбома. Будешь ли еще у Игоря? Нет, я же в Питере живу, ребят, я не буду, скорее всего, записываться. Если у тебя кумир? Нет, нет кумир. Давай эфиры с фанатами. Я не в духе сегодня. Наверное, видно по мне, да, что я не в духе немножко. Улыбнитесь, пожалуйста. Пожалуйста. Привет, Украина.
Как тебе лок-дог? Да, лок-дог хорош. White Niggas crazy. Не знаю, White Niggas мне всегда казалось, что это какая-то такая... Ну, я не понимал, короче, ни одного трека. Да и западному все понемногу нравится. Единственный вопрос, наверное, урывками. Мне нравится сейчас Logic, там что-то, что-то из Extension, если вы про рэп. А так я больше там про попсу, про блюз сейчас. Как тебе Константа? Непонятно для меня вообще. Феномен популярности там, даже локальной этой группы. Что-то не зашло ничего. Дик работы будут в ближайшее время. Да я даже про долгосрочные... Сборник стихов. Чтобы написать сборник стихов, как СТ, нужно быть поэтом, как СТ. Я, к сожалению, не поэт. Ты с Тимом общаешься регулярно, ребят, постоянно. Не выпуская телефона, не закрывая WhatsApp. Парю над бездной. Бедолаги-музыканты. Ну да, только про работу, конечно. Смоки рулит, я не знаю, чем. Мне кажется, Смоки рулит кораблем в Нарнии после последнего интервью. Не знаю, чем он там. Кизару ровно строит хип-хоп. Мне кажется, Кизару психически неуравновешенный молодой человек. Абсолютно случайный пассажир какой-то. Любимое место в доме? Кухня, наверное. Тут кормят и поят. А ты демо ценишь? Стараюсь этого не делать. Про скриптонита я все сказал уже, ребят. Те, кто опоздал. Ты одаренный молодой человек, ну, который больше, наверное, саунд-продюсер, нежели рэпер. Смок ему придумал школу, флаг ему в руки. Рад за него. Только что про это произошло. Кино со мной будет в сентябре. Спасибо за Краснодар. Трава. Настроения нет, не знаю, короче. Ну. Я же тебе все написал, Толян. Вот зачем здесь обсуждать этот клип? Ты хитрец, что ли? К творчеству Газа как отношусь? Ты никак. Мне кажется, Вакуленко глубоко вообще наплевать на то, как я отношусь к его творчеству. Я отношусь или я хоть как-нибудь... К его творчеству у него все хорошо и без меня. Новые треки или альбом. Альбом будет осенью, надеюсь на то. Новая школа. Кого вы считаете новой школой? Это вот я называю, говорит, это не новая школа. Там уже кто-то там не новая школа. Привет, привет. СПБ, привет. Приходи, конечно, на встречу. Зимой в Якутск. А кто захочет зимой в Якутск? Мне кажется, не надо. Фейс, новая школа. Фейс это чувак, мне кажется, который, ну, лишен любого таланта вообще. Кроме таланта удачно выезжать за счет там, популярности своей девушки. И срубить на этом бабла. Да скрип говорит уже не новая школа. Бузова новая школа, да. Альбом с Дина не планируется. В Краснодаре вот были недавно, теперь через год, чувак. Юрий Дудь не звал меня к себе. Если бы звал, я думаю, я бы не отказывался. Да смысл меня звать? Я же скучный. Old fuck. Я же, ну, он зовет тех, кто там на хайпе. Либо... Тех, чью музыку он слушает. Нет, я не пойду голосовать 18 числа, это цирк. На Морозу привет. С Бузовой будут фиты. Конечно. Как ты пишешь песни? Да как я пишу песни? Мне кажется, все их пишут одинаково, чувак.
С Буфом совместку не хочу, уже есть одна достаточно. Тебе нравится творчество Тимати? У Тимати есть творчество. Рэперы не голосуют. Из пищи самое экзотичное. Да я что-то не фанат экзотичной пищи. Можно отправить, не надо отправлять демо, пожалуйста. С кастой не, ну, иногда со змеем общаюсь. Рэп-музыка протеста. О, чувак. С прямиком из 94-го года. Нет, я не смотрел «Черную пантеру», мне не хочется. Бродка, конечно, устал, да, этот налетал. Место на телефоне. Давайте по этому случаю всем привет, всех обнял, всем доброго вечера. Не грустите. Пока-пока.